А у нас папа вернулся из деревни, мы наконец-то всей семьей выбрались прогуляться в парке. Расскажи, как тебе выходные с семьей проводить? Отлично. Вот так вот, Лёва. Отлично выходные с семьей проводить. Лучше в свирице бетон заливать, да? Да? Он согласен. Ром, можно я самокат твой понесу? Почему? Дай-ка мне самокат. Я понесу. Почему? Ладно, папа несет, папа. Жадина, говядина. Все, Рома увидел камни, спрыгнул с папиной шеи и начал их перебирать. Рома, помнишь, ты когда маленький был, ты здесь же зимой камни перебирал и упал? Головой. Помнишь, тебя голова перевесила? Да, на этом же самом месте, этой зимой. А мы сейчас в поисках детского кресла на велосипед. Зашли в Спортмастер, там увидели какое-то кресло за 3800. И заходили еще в магазин какой-то, Мир велосипедов, просто не фирменный, какой-то непонятный магазин. В общем, самое обычное кресло, без каких-либо выкрутасов. 8250. Просто, блин, обычное кресло на велосипед. Рома, а где ты был сегодня? Ты на лошадке катался, да, на карусели? Молодец. Понравилось тебе на лошадке кататься? Да. А сейчас Рома у нас уже начинает буянить. Мы потихонечку будем собираться и поедем домой. Ром, ты нагулялся? Домой поедем? Кушать и спать? Нет? Ну ладно, тогда просто поедем домой, да? Угу, хорошо. А мы приехали домой. Мои попытки уложить Рому в течение получаса ничем не увенчались. В общем, сейчас пошел папа мастер укладывания. Посмотрим, за сколько он справится. Засекаем время. 14:25. А я пока что буду жарить блинчики. Блины я жарю на кефире. Я добавляю 2 стакана кефира, стакан кипятка, в него кладу половинку чайной ложки соды, 2 яйца, совсем немного сахара, ну тут по желанию, я кладу меньше половинки стакана, и 2 стакана муки. Вот, блины получаются классные, очень ажурные, вкусные. Раньше я добавляла масло сразу в тесто, но муж у меня любит пожирнее, поэтому сказал, что таким образом блины получаются суховатые, и теперь я снова стала смазывать сковородку и жарить блины на масле. Мне осталось дожарить буквально 2-3 блина, а мужа до сих пор нет. Вполне возможно, что он уснул там вместе с Ромчиком. Уже прошло полчаса. Сейчас зажарю, пойду их проверять.
Ну, в общем, все как я и думала. Мужики решили прилечь отдохнуть. Мы хотели с папой фильм посмотреть, пока Ромчик спит. Но, похоже, придется наслаждаться мне чаем с блинами в гордом одиночестве, а потом вместо фильма садиться монтировать влог. И та-дам! Мы все-таки купили кресло на велосипед. Собрались, поехали в Декатлон, и там нашли вот такое кресло, которое крепится на раму за 3500. Так что сейчас Ромчик вместе с папой будут его крепить на велик. Мотоцикл поехал. Левой рукой неудобно, сынок. Надо правой взять. Давай вместе. Крути. Вот. В другую сторону. Вот так. Давай. Еще крути. Вот так. Еще крути. Далеко поедем? Будешь так держаться, да? Да, молодец. Помогал папе собирать кресло. Умненький мальчик. Угу. Болтик потерял шайбочку, не в то место пристроил. Еле нашли. Но зато помогал. Молодец. Да, папа здесь будет сидеть на этом сиденье.